только нуб танкует босса, оскорбляет чью-то мамашу. И вот босс упал, Ваня Лу себе забрал, компрессивен анролл. Сал, блядь, бутылку и под стол, блядь. Ваня сбивает царский касту духом, и все в ахуе. Нормально ты, Коноп, его отрахал. О, Коноп, ты охуенен за то, что ты танчишь одного танка, держите ДС. Ваня злому говорит: Саня, не твори хуйню, тебя долбоеба заменю мне на тебя похую. Этот уебок пока, нахуй мне тип, который не выркал. На второй фазе рейд уже упал. Ваня, мне через пару часов в школу кто-то запищал. Надо в школу, пиздуй, сука, мой ноги, ложись спать, долбоёб. Заходи на АДК, самогон, брат, флексю на момента море и плясую в чат за всю хуйню лича. Я разъебу, ведь с нами наш предводитель клана Ваня Кила. Кто не с нами, тот под нами, и тому могила. В Коноп клане только сильные мужчины. Вот такая фантастическая, блядь, история про поход Антона в туалет. Угу. Что? Давай потом после РТ попиздим. Нет, настраиваюсь, блядь. Бро. Бро. Кирюша, здорово. Ну ты орёшь. Я поздоровался вообще. У тебя микрофон так шумит просто. Ты заебал. То тебе тихо, то тебе громко. Ладно, забей. Сейчас зашел. Сейчас музыку оффну, погоди. Чё там? По дороге стал в капкан из-за... Начал прыгать от боли, упал в волчью яму, да? Серьезно, это был бы кик, чест и привет маме. Открывает 3-3-5 и вашу пару. Сегодня в 7:00 РТ разъебем лича. Мы в ноль, Коноп танкует босса, оскорбляет чью-то мамашу. И вот босс упал, Ваня Лу себе забрал, компрессивен анролл. Сал, блядь, в бутылку и под стол, блядь. Ваня сбивает царский касту духом, и все в ахуе. Нормально ты, Коноп, его отрахал. О, Коноп, ты охуенен за то, что ты танчишь одного танка, держите ДС. Ваня злому говорит: Саня, не твори хуйню, тебя долбоеба заменю мне на тебя похую. Этот уебок пока, нахуй мне тип, который не выркал. На второй фазе рейд уже упал. Ваня, мне через пару часов в школу кто-то запищал. Надо в школу, пиздуй, сука, мой ноги, ложись спать, долбоёб. Заходи на АДК, самогон, брат, флексю на момента море и плясую в чат. Жёстко. Ну четко вообще. Давид. Всем привет. Привет. Да.
хорошо быть танком. Что-то с проблемы со сбором, да? Пока немножко. Ну, минут 10 пока курим, плюс-минус. Один танк нужен. Нужно трэш похерачить, да? А ты в танке, что ли? Курика у нас нет в рейде, да? Ничего там, вар, 100 тысяч хп. Курика, не медведя. Не, короче, пока 5 минут точно курим пока. У меня медведь есть, но он без випки. Ну, там вроде тоже 4-5. Там две кнопки нажимать. А может Настя зайти, если что, говорила медведь? Ну... Пока сидим, ждем основу. Пару людей еще, хотя бы ДД. Кстати, я дам лидеры, дашь ассист. Я не тебе. Отойду тоже пару минут. Лёня, блядь, не будь долбоёбом, блядь, ёбаный в рот, блядь. Хули, блядь, даже можете не быстренько, можете, блядь, долго, блядь, это у нас, блядь, шаманы, блядь, имбецилы, блядь. Давай, шевелись, Каперсивен, блядь. Каперсивен, Рачина, блядь. Серьёзно, это был бы кик, честный, привет маме. Миша Маваши, 2-2-2-2. Ёбаный по голове, блядь. Давайте, ну кто там стал, этот артефекс? Напиши, блин, маму твою целовал, привет передавал, блядь, в кино водил, блядь, давай, давай до свидания, блядь. Магистр свинья, агро не рви, блядь, ладно, я сейчас удержу, блядь, бей босса, блядь. Все, Вова, до свидос, блядь, пусты прошли, завяли помидоры, блядь. Наркопро, ты сейчас, сука, заблюешь миликов, я тебе разобью ебало. Я вообще вот сейчас могу оставить этого босса и пойти себя в кашу. Вообще, блядь, ух, кто сорвет агро, блядь. Да там Вова, блядь. Вове даже мамки не помогут, там, блядь, уже ничего не поможет, блядь. Даже если диспират помолится, блядь. Убегайте от лужи, вот там маги, in the lols, блядь, я тебя узнаю с миллиона, блядь.
не рольте то, что вам не надо, блядь. Слышите, блядь, парапеты, блядь. Компульсив он парапет. РК, значит, не вылетел, значит, тупо АФК. Думает, приду, прожму тучку, блядь, хуй, кто спалит. Компульсивен, понятно, блядь. Сейчас его кикну с рейда, доберу кого-то нормального, блядь. Кто будет бить босса, не будет авкашить. Нахуй мне такое надо, блядь. В рейде, блядь. Вышел, скажет, интернет вылетел, блядь. Я на эту хуйню не поведусь. Скажет интернет, отвечаю, кикну его сразу с рейда за то, что только хотел наебать. Стоп, ДД, стоп, ДД, стоп, ДД, все, а, стоп, чё, ДД, не могу, бить босса, стоп, ДД, не бейте не босса, тупые, сука. Вот ШП тянет, кто? Компрессивен, анрол. Я чё говорю, Войда, будем делать третьим танком и начинать? По дороге стал в капкан и начал прыгать от... Джесси, ты тут? Да, я тут. Че, заходить? Да, наверное, начнем так. Попробуем. Стоять. Чисто Монти я пока не кину. Рыба стоит. Чувать, главное, держись по агру там третьим. Старайся максимально. Если ловишь босс, просто держи. Живи. Главное, на перифазах. Если будет яд, центр не выведи. Соответственно, со льда не выведи раньше времени. Если... Он начинает ДК, потом вар. Второй. Чтоб мы идем. Тампу на полом будем смотреть. Понимаете, Сумона, кто там, Винстон. Ну, он, короче, отошел, наверное, он там писал мне. Прищ не вернулся. Пока на замене. Ну ты смотри, если яд начался, фаза, главное на большом круге не держать его, в центр не завести. Поймать там и набирать максимально агро, если он на тебя перешел. Да. Да.
Скорее всего, ты там где-то его словишь. Ласточки можно не пить. Сейчас все выпьем. Знак вот. Для танков ближний круг, он где череп-крест, там же и диспелить яд. ДДшники пары сначала возле квадрата, потом возле луны. Все как обычно. ДДшники потом яд не диспелят, не бегают, дамажим до конца, пробуем. Да, налет кто-то. Если есть черт. Главное на перифазе на танков склепе дать зубы и какую-то каплю. Где там люди? Да. Ну подходите, че вы там стоите непонятно где. По без рыбы. Ты войд без рыбы. Что спишь? Можешь в меня кинуть. Романа. Пропивайте нормальные фласки, не алкашные, у нас не фул рейд. И масло может. Все, последний чек на пол. Бабка на все. Так, диспелит яд чудненькая. Тете диспел в луже, с ядом не убегаете до этого, если вы забежали. Все, начинает, я пью пиво. Даю отчет. Первый обстрел можно стоять. Только один. Юзерис чудненькая. После следующих меток и обстрела выводить босса, не забываем. Бегаться будем в крест. Лужу. Фильтр Цитаэль, Шубмейден, активный. Нет. Ну и зачем ты нам еще в крест одну лужу срешь? Все, перифаза. В одну лужу с края встали. Как ты умер? Вы ему не дали, да, деф никакой? Надо прожиматься на этот момент, если что. Потому что ты как бы встань и тебя ебет. Ну упали, диван дали. Никаких БР. Кому я говорил, ДДшники, блядь, пары меток, квадрат и луна, тильта. Там мечешься и потом в последний момент в крест прибегаешь. Терялись в пространстве? Сразу его и делайте. А можно я сейчас Долоран быстро тпшнусь? Быстрей.
когда перед момент перефазы идет, у тебя когда дотикивает знак вот, чтобы он это заморозил, когда ты прожимаешь все свои дефы. Можно там и под конец, когда ты видишь, он тебя ебать начинает. Не ждать конца дела. Потом, говорю, опять же, зубы каплю и хилить его. И рейд. Чё это? Два камушка смойся уже. У тебя усилки в ХП или что? Я у камушки спрашиваю. Да. А для чего? Да мне, мне всегда в ХП. Понятно. Триста баф. Винстон стоп тут. Ну, чем? А, он тут. Баф. Баф. Угу. Даю отсчет. Начинает ДК. Смотрим знак. Хильца девочка справа. Ты ближе к квадрату становишься, а не ровно в метку. Там вторая пара меток стелится. Еще раз повторяю. Следим за диспелом танка, когда кончится дебаф. Сразу диспелим. Славы духом тильта. Войд, прожмись потом под, после обстрела. Выжимайся, перефаза, выводи. Он его не выводит. Пиздец. Что за ебаный в рот? Танки, которые не на косе, должны стоять за спиной на максимальной ранже, где они могут бить. Иначе они вешаются на них стаки и гробницы. Так делать не надо. Кто сейчас сморозился? Тут Мейден, да? Да вот. Он дважды заморозился. А, чё вы втыкаете, стоите, блядь? Типа, я не знаю, он ко мне подходит и замораживается. Зачем это делать? Теста не было? Пресс точно.
Зачем резать ДК? Лист не меняет, раз что я вырежу. Еще раз для особо одаренных. Первая пара меток. Дальний РДД становится в квадрат, второй между метками. Вторая пара меток. РДД в луну, второй ближе к кругу. Тут между. Если для вас это тяжело. То сейчас, короче, станет не так ёбну ГП просто по таргету. Тут заморозится лишний тоже. Убивайтесь, речь, бафайте. Больше там никто не зашел у нас в игру побить. Больше никто. Рыба стоит, ешьте, не спите. Войд Джесси. Войд квадрат луна. Ну, я построился. Все, ладно, хоть так. Бля, пожалуйста, не проспите сейчас ничего. На Войда. На полы. Дой, девочка, трабл. Разверни. Выведи, выведи, выведи быстрее за край. Стресс все. Все, хилим.
бросил в мейде на хилин. Долгим. По краям, в центре никто не стоит. Босс на большом круге. Подальше оттянешь даже чуть-чуть. Диспелится как в танке. Стоим по одному. Диспелится только танки, еще раз. Сначала диспелимся ближних. Крест, череп. ДД бьют. Поднимайте по агру. Я припью в него на пол. Ну куда ты бежишь на ДД? Я что говорил сейчас, блядь? Бей, стой, босса. Вот, в лужу иди. Да. Ждать диспела. Ой, ой. Так, пиво надо будет потом диспелить. Больше урона. Танки должны будут прожить. Там под... На пулы следим, свое агро скидываем. По мне можно сальву дать. А набирать агро. Войда на пульте там. Кто-то. Он спит, не брать. Все, ДТшники все бьют с ядом. Он кто умирает от обстрела? Вы чё? У нас будут танки другие диспелиться? Или что? По кругу кайтим его. Центр не забегаем. Танки будут диспелиться? Так, кто срывает, блядь? Лок, сорвал в центр. Ладно, пробуем, где замедлится слева череп, нет? Хуй. Где ваш урон? Ну, минус 4 еще, ладно. Еще понятно, будем все переводить. Я резну. Не встаем. Ну тут с краю можно подойти, там мастрее стать. Дотянуться. Через защита на. Тут можно подойти, он прям к краю платформы, дать вот массресу тут через человека и зацепит кого-то в воде. Завижу. Ресните меня. Ну я вижу то, что мобы, я говорю, как реснуть. Ну да, такой босс. Простой. Тильта, ты чем слушаешь вообще? Вот я вижу, ты бегаешь... Когда я только что проговорил, момент какой. В чем ваша проблема, блядь? Уже второй раз. После меток. Ну, походу, нам сейчас придется все равно диспелиться. Вы хуй дамажите. Не получается. Может, должна пройти. Понятно. Давайте с умом. А, лок у нас встал, да?
Тоже был в воде. Ага. Короче, кто у нас там на РТ не хочет ходить? Так, смотрим. Нужно просто половина статик кикать нахуй. Вот ничего не пишет. Ладно, да, потом. Я честно чуть-чуть. Самолете меня. В самолете меня тут осталось сзади. Потом покикаем. Не дает. Шкаф добегает. Ребаф еще раз. Раз. Слабый духом чудненько. По войду на пульте Винстон скинь агро. Иди его в череп. Ты кринж. Еще лок от заполнер. Угу. Хорош. Давай, Берт, стоил меня. Что у нас будет следующий там? Ну, выводи. Пресс. Войда хилим.
Это что? Бегает. Расходимся, прям. Подальше, тащи. Его на пульте. Меня сальву дайте. Я скидываю ПКД, но скиньте сальву. Да пока еще рано, пускай. Нормально, сразу уйду. Короче, диспелим яд все. ДДшники метки, танки на ближних. Тильт абьюзелис. Тильт, иди диспелься. Диспель его там. Диспель его там. Он будет долго там стоять, блядь, пить. Потеря времени. Следующий по-любому должны зайти луна квадрат. Лучше продиспелиться. Две. Мейдена следите за диспелом. По агро слабый духом. Миловидная защита. Как пиво заберет скоро. Мейден на пол. Вот, ты диспелиться будешь? Что? Рес и Эрис ДД. ДК. Диспелься в синюю, да. Нет, нет. Жди, у тебя еще дебаф. Ты сказали ждать, ты что, не видишь дебафа? Все, иди. Надо в центр его, короче, тянуть. Дима, оброшен, скажи. Ну, слабый духом, как, блядь, умный человек, нет? Смотрим, где окно в луне. Кто сейчас умрет от Петров, тоже ГП. От чего ДК умер? Ага. В круг встаньте, у кого огромного. Сейчас я приду. Тут обновляется. Кир, ты первый. Я подхожу. Слабый духом. Тут Мейден все тут. И вот для тебя уже нет. Просто жди, как появится. Все, ушли на ренжу. У меня нет игра. Джесси, тильта. Ну не надо только в ДДшниках, блять. Убиваем в центре. Дайте спаунуться, пожалуйста. На тебе стойте. Магию про него дайте, диспел, просто магию. У него стаки. Танковские. Да-да-да, меня босс бил. Имминент, чудненько. Че там, вроде диспелят, нет? Его уже давно нет, она нахуй липалит. Она танки, короче. А, да? Ну, он вроде был. Центр добиваем. Касал уже два раза. Всем похуй. Сюда ближний бой. Чего, и ты знаешь, как ретаунти тут по одному стаку? Там Кришна, он да вешает стак синий, зеленый цвет, по-моему. Не помню. Шилмейден, скажи, какой он там стак, ты помнишь? Или кто-то может помнит, как называется. Ты и так с шаманом хватит. Бля, да, я увидел уже.
Вот по одной надо держать. Где-то. Ну, отлетят потом, ребят. Ладно, это потом. Короче. Пиво на трэше, вы стоите, босс, держите вот тут между двумя факелами лицом вот сюда, в воду. Пиво вам подводит моба. Вы же когда меняетесь там, вы дальше под лицом стоите, правильно? Никто никуда не двигается. Там. Они должны стоять на 90 градусов друг от друга, чтобы они не стаклись. Ну, потому что ну, то есть, удар перед собой дает. А, так. Ну понял, да? Перед собой. Ну, то есть так. Его поворачивать должны. Чуть-чуть вот тут между факелами. Один стоит тут, там. Один тут, к примеру, стоит. Да, другой вот тут где-то. А другой здесь. И все, и он крутится. Ну, есть... примерно надо посмотреть. Все, он 3D-метки приблизительно поставлю. Ну, третий на мобе. Это вот так, главное, чтобы, смотрите, вы подлетели. Нет, ты чё, смотри, крестик, к примеру, а второй прям вот, чтобы 90 было. А, вот так? То есть, да, он вот так вот и крутится. А, ну, надо вот смотреть, если кривой, то танк сдвигается подальше, ну, ну вот тут угол делает. Пойдёт. Ну, то есть, пускай сами посмотрят, я думаю, самостоятельные. Эй, главное под кливу не быть, как у слепого. Он когда кастует перед собой, он вешает так же стак, кому стоит под лицом. Сейчас даю чек. Кто начинает? Топ Мейден. Настоятельно рекомендую не ход. Хотя нет, стоит Войд там в кресте, пускай Войд начнет. А, уже один на пул. Скинь на пул, скинь, чтобы не было на пул Шилд Мейдена, дайте на пул Войда. Ловите рыбу, рабу. Так, я подиспелю первую пати, Эрис вторую. Лови, лови. Савис. Кто эвейт, ГКЕ? Подвигайся, подойдите сюда к танкам, блять. Ну пиздец, ого, нахуй. Говорю, не диван надо, дали? Не хватать ничего. Диван дали? Пал, дайте вам. Ага. Не видно, на ком таргет, да, висит в эвейде. Мимо, мимо, мимо. Ну ладно. Я вроде озвучил. Да. Вот когда тут ты ловишь, ты ловишь с краешку сразу. Вот тут. А потом подводишь туда. Ну как бы логично, да? Сум что-то не принимается. Забагался. Сманули в духа. Да не, меня что-то бабычку закинуло сейчас. Бабычку? Ну я не знаю, где я. Короче, сейчас крутанул в этот варан. Чё-то забагался. Давай быстрее. А, ну пишет, что бой висит. Ну, давай, крути и релогайся. Он у нас висит бой, потому что он забагался. Ага. Ой. И я не сумануть сюда. Либо дохнуть всему рейду снова, либо бежать и сюда. Он так не пускает Винст. Это из-за дивана, да? Или нет? Тут еще кто-то. Нет, это босс, потому что заэвейдился. Но когда сагрили, он начал, он повесился на нас бой.